хочу я много знать и все вам рассказать. Блиппи! Привет! Это я, Блиппи! Посмотрите, что это за мной! Ух ты! Это желто-голубой самолет! Е-хей! Видите, как я изображаю самолет? У-ху-ху! Я очень люблю самолеты. И знаете что? Сегодня я в музее авиации в Сиэтле, Вашингтон. И сегодня мы с вами узнаем о самолетах. Хи-хи! Идем! Оу, привет! Ха-ха, добро пожаловать в Blippi Airlines. Куда вы летите сегодня? Ух ты! Да, это отличное направление. Вы по работе или отдыхать? Хорошо. Ладно, так, вы зарегистрированы. У вас есть сумка? Так, хорошо. О, спасибо. Давайте положим рюкзак на весы. Хорошо, похоже, по габаритам проходит. Так что я положу его на ленту. Вот так. Что ж, желаю хорошего полета. Подождите минутку, это, наверное, здорово. Можно я пойду с вами? Отлично, ладно? Готово. Теперь и у меня есть билет. Сейчас подойду. Так здорово, что мы летим вместе. Эй, нужно пройти досмотр, так ведь? Ой, вы это слышите? Это значит, что на мне есть что-то, чего не должно быть. О, я знаю, что это. Это мой мобильный телефон. Так, положу его сюда. Идем. Ага. Готово. Отлично. Идем. Ух ты. Посмотрите на самолет. О, вот его корпус. Вот салон. Смотрите, а вон там хвост. Ух ты. Это будет очень классный полет. Ладно, я положу ваш рюкзак вот сюда. Полежи здесь. О, посмотрите. Да, это топливозаправщик. О, вы видите? Топливо. Ладно, давайте возьмем шланг и убедимся, что у нашего самолета достаточно топлива. Вот так, соединили. О, отлично, полный бак. Вот так. Хорошо. Так, теперь у нашего самолета точно много топлива. И мы можем пристегнуть ремни. Так, сначала пристегнем ремни. Вот так, да. А теперь мы послушаем инструкцию перед вылетом. Спасибо, что выбрали Blippi Airlines. Пожалуйста, убедитесь, что вы видите ближайший аварийный выход. Мы просим вас пристегнуть ремни безопасности. Кислородная маска выбрасывается сверху автоматически. Ну ладно, теперь мы получили инструкцию по безопасности, и пассажиры уже сидят. А значит, я могу вести самолет! Ого! Посмотрите! Ух ты, сколько крутых датчиков и переключателей! Ого! Ладно, полетели! О-хо-хо! Ого! Смотрите! Видите этот самолет? Он такой большой! Да! Я намного меньше, чем этот самолет. А вы видите, что это? Да! Это называется крылья! У большинства самолетов два крыла по бокам. Но не у всех. У некоторых больше двух. О! Посмотрите на это! Вы видите этот основной корпус самолета? Он называется фюзеляж. Ух ты! Этот самолет предназначен для того, чтобы взять на борт людей и перенести их с одного места на другое место. Прям как, скажем, машина или лодка или велосипед, но намного быстрее. И помните, я сказал, что этот самолет такой большой. Так вот, идите за мной, и я покажу вам другой самолет. И он не такой уж большой. А, помните, я сказал вам, что этот самолет очень большой. А посмотрите на этот. О-хо-хо-хо, да, этот самолет маленький. Ха-ха-ха. Но он меньше по сравнению с этим самолетом. Но я уверен, что есть самолеты и поменьше этого. Эй,
А какие цвета вы на нем видите? Да, красный, белый и синий. Да, уху! А какая это форма? О, да, это похоже на звезду. О, похоже, что этот самолет летает так быстро. У-ху-ху! Ух ты, смотрите, этот двигатель предназначен для самолетов. Да, и у него нет никакой обшивки. О, он такой большой. Посмотрите, насколько он больше меня. Вы видите, что у него внутри? Там так много шлангов и труб. О, значит, воздух попадает сюда, сжимается, загорается и бум! Ух ты! Эти колеса такие большие! И вообще-то здесь целых два колеса. Да, мы в передней части самолета. Давайте подойдем к его задней части и посмотрим, сколько колес там. Ого! Вы видите? Ух ты! Здесь у него намного больше колес. Да, этот самолет, наверное, очень тяжелый. И поэтому у него так много колес. Ого! А посмотрите, какое огромное это крыло! Если бы пошел дождь, я бы точно не промок. Ух ты! Посмотрите на этот самолет. Похоже, что он летает очень быстро. Эй, а какого цвета этот самолет? Да, вы правы. Голубой и еще немножечко желтый. Молодцы! Ого, смотрите, какой огромный этот самолет! О, вы видите, какие у него цвета? Да, это белый, красный и серый. Давайте найдем другие цвета. Оу, а посмотрите на этот самолет. Видите, он чем-то отличается? Да, у него два крыла здесь и два крыла с другой стороны, да. То есть у него два набора крыльев. Это очень круто. Но слушайте, мы здесь из-за цвета. Какого цвета этот самолет? Да, правильно. Вы сказали зеленый. Молодцы. Полетели, увидим мир мы сейчас в облаках. Сверху город нам кажется меньше, парим в небесах. Вновь рев мотора слышишь ты, сбудутся мечты. Летим мы выше всех, и больше нет помех. Коснемся неба мы с тобой. Как птица самолет несется он вперед, очень быстро над землей. Теперь ты герой. Летим мы с тобой. Нужен паспорт. Захвати багаж, нас много ждет приключений. Пристегнемся, пусть счастливым и легким будет путь наш. Вновь рев мотора слышишь ты, сбудутся мечты. Летим мы выше всех, и больше нет помех. Коснемся неба мы с тобой. Как птица самолет несется он вперед, очень быстро над землей. Теперь ты герой. Летим мы с тобой. Летим мы с тобой. Изучать
летать самолеты вместе с вами сегодня в музее авиации в Сиэтле, Вашингтон. Ха-ха-ха! Вам нравятся самолеты? Да! И мне тоже! Это так круто! Они летают высоко в небе! Уи-уи-у! И есть маленькие самолеты, а есть и большие! Ха-ха-ха! Что ж, на этом мы с вами прощаемся. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто наберите мое имя в поисковике. Ха-ха-ха! Вы произнесете его со мной? B-L-E-P-P-E! Блиппи! Молодцы! Ну ладно, до новых встреч! Пока! Хочу я много знать и все вам рассказать. Тот, кто учится, не соскучится. Блиппи!